Рассмотрению Центральной избирательной комиссии представлена новая кандидатура председателя Ивановского избиркома. Дела выборные могут перейти в женские руки. Вероятнее всего, возглавит региональную комиссию Анжелика Соловьева, начальник правового управления Ивановской областной думы. Напомним, что экс-председатель Виктор Смирнов теперь занимает должность вице-губернатора. Однако дела недавно минувших дней не позволяют Виктору Смирнову распрощаться с прежними заботами. Возможно, в августе суд вызовет вице-губернатора на допрос по поводу работы на выборах ассоциации «Голос».